Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Настя Макарская, и сегодня я вещаю из санатория. Я сейчас нахожусь в санатории на оздоровлении. Приехала сюда я платно, так скажем, по своему желанию, решила оздоровиться в белорусском санатории. Подробнее, я думаю, что вы уже видели влог первый мой, я уже выкладывала, я очень сильно довольна своим пребыванием в этом замечательном платном санатории. Речь сегодня в видео пойдет о том, что вы мне очень часто пишете: «Настя, почему ты отдыхаешь вот одна?» И как, суть даже вопроса не в этом, а суть вопроса в том, что как ты не боишься ездить одна, как тебе не скучно одной, вот рассказать именно об этом. И как вообще многие люди, я знаю то, что очень хотят ездить одни в санатории, на курорты, отдыхать одни, даже гулять по улице одни, гулять в своем городе, но, к сожалению, у них есть какой-то такой барьер, который они преодолеть не могут. Сегодня я хочу с вами поговорить именно об этом, как научиться любить себя настолько, чтобы уметь отдыхать одной. Значит, начнем с того, что я на данный момент отдыхаю либо со своим мужем, либо, если мы отдыхаем вместе, если у него отпуск, мы отдыхаем вместе. Если мой муж работает, то я выезжаю на отдых одна. В этом нет ничего такого. Мой муж сам оплачивает мне мой отпуск, мой отдых, мое санаторно-курортное лечение. То есть это все оплачивает он. И для нас это нормально, если мой муж работает и не может выезжать, чтобы я, конечно же, отдыхала одна. Я могу сказать, что еще несколько лет назад, например, лет 5 назад, я никогда бы в жизни не стала ездить куда-то одна. У меня был такой, знаете, психологический барьер. Я стеснялась. Я помню, как мы с мужем поехали на отдых, и я даже не могла от него оторваться. Я боялась ходить одна. Я не могла нигде ходить одна, даже покушать. Если он не шел на завтрак, я тоже не шла на завтрак. У меня был какой-то барьер такой психологический. У меня было столько стеснения, что я реально очень сильно боялась ходить везде одна, и по территории, и куда-то в магазин. Я вообще никуда не могла выйти без него. Если он шел куда-то играть там в волейбол, я вообще не могла, не знала, что мне делать, я не могла ни одна плавать, ничего. И речи даже о том, что я куда-то поеду одна, ее просто не было. Но потом, с течением времени, конечно же, получается так, что если ты свободна, и ты как бы хочешь ехать отдыхать, твой муж не может, то что тебе делать? Сидеть, куковать? И я начала постепенно, где-то с года, наверное, 2013-го, я начала отдыхать одна. Могу сказать, что моя жизнь полностью изменилась, когда однажды, первый раз я приехала одна вот на отдых, да, вообще. Вообще, я с детства езжу, в принципе, одна, без родителей. Я очень много ездила за границу, в лагеря, в различные поездки, в Чехию, во Францию. Я тоже ездила одна, с какими-то, понятно, группами, но абсолютно без родителей, абсолютно с незнакомыми людьми. И я всегда, в принципе, то есть, ну, я не боялась этого, да. Но именно вот так вот, чтобы ехать в отель, у меня какой-то, наверное, барьер все-таки был. С 2013 года я начала ездить одна. Я могу сказать, что мой мир вообще изменился. Я настолько полюбила ездить одна. И я к этому моменту очень долго шла. Понимаете, когда ты испытываешь надобность в другом человеке, когда ты отдыхаешь, это неправильно. Наступает в жизни такой момент, вот к этому ко всему нужно, конечно же, прийти. Когда тебе хочется побыть наедине с самой собой. Когда ты наслаждаешься собой, когда ты кайфуешь от себя. Я действительно стала получать кайф в какой-то момент жизни от самой себя, от общения с самой собой. У меня столько мыслей появилось в голове, у меня столько появилось увлечений. Я просто кайфую, у меня даже нет времени на каких-то других людей. В отеле, не знаю, в санатории я очень люблю находиться в последнее время одна. Я настолько получаю кайф от этой жизни, я созерцаю природу, я слушаю музыку, я читаю, я что-то себе где-то записываю, что-то ищу в интернете, что-то планирую, да, то есть я такой человек, я настолько люблю отдыхать одна, я не люблю зависеть от графика чужого. Вот что является тоже важным пунктом, почему я не люблю отдыхать с кем-то, я не люблю зависеть от чужого графика жизни, потому что у нас, конечно же, у всех очень разный график жизни, график сна, еды и всего остального, и
Вот для меня сейчас очень важно, что мой муж полностью соблюдает мой график отдыха, то есть он встает, когда я скажу, он ложится, когда я скажу, и он, знаете, не шлендает нигде по номеру, вот, да, то есть у нас нет такого, что он ночью сходит, там, пойдет в туалет, я запрещаю такие вещи вообще делать, потому что я человек очень чутко спящий, для меня очень важно находиться в постоянном комфорте и гармонии, я вообще очень долго шла к такому гармоничному состоянию, которое у меня есть сейчас, вот правда, такое состояние спокойствия, гармонии. Я очень долго к этому шла. Я раньше очень часто была в состоянии какого-то легкого стресса. Я старалась абстрагироваться при помощи, конечно же, йоги, при помощи медитации, при помощи правильных книг. Я вывела правильный режим своей жизни. Я поняла, что моя жизнь должна быть полным релаксом, полной гармонией, да, и все должно быть действительно гармонично в моей жизни. Я не люблю, когда кто-то нарушает мою гармонию. Для меня это очень важно сейчас, чтобы в моей жизни был баланс, вот так, то, к чему действительно я шла. Я очень хотела, действительно, чтобы не было никаких нарушителей моего спокойствия в моей жизни, поэтому для меня вот очень важно. Я не могу взять, например, подругу, приехать с подругой и жить с ней в номере, потому что у подруги свой график, она может захотеть проснуться раньше, соответственно, она меня разбудит. Она может захотеть пойти в туалет ночью. Это некомфортно для нас уже обоих. Для меня это некомфортно проживать таким образом. Я считаю, что очень нужно быть очень наполненным человеком, очень интересным человеком, нужно быть личностью для того, чтобы научиться отдыхать одной. Когда вы придете к этому возрасту, к этому состоянию, даже не к возрасту, а именно к состоянию полной наполненности, когда вы будете интересны сами себе, когда вы дойдете до вот этой точки, когда вам будет интересно самой собой, вы поймете, что жизнь, она другая. У нее столько границ, не нужно никогда бояться. Не бойтесь ходить одной в кино, не бойтесь ходить одной в ресторан, не бойтесь ходить одной, там, не знаю, по улице гулять, в магазин, вот ездить в санаторий, ездить в отпуск за границу. Вы рождены одни, запомните это. Мы уходим из жизни тоже одни. Научитесь получать кайф от самой себя. Полюбите себя настолько, чтобы сидеть в кино, пить вино, как я пью сейчас Falcon Club вино, во время просмотра фильма и наслаждаюсь жизнью. Научитесь отдыхать. Вот сидеть, я сижу в санатории, у меня полный дзен. Понимаете, я сижу вот на набережной, я себе беру коврик свой для йоги, я выхожу на пирс, я раскладываю коврик, я сижу, и у меня дзен, у меня гармония, я кайфую от одиночества, да. Именно нужно именно иногда оставаться одним, понимаете? То есть это очень здорово, когда у тебя есть твоя вторая половинка, но твоя вторая половинка имеет какую-то свою жизнь, то есть вторая половинка работает, занята, и ты не привязана, ты не зависишь от его графика, ты живешь своей прекрасной жизнью, твоя жизнь наполнена, твоя жизнь гармония, это очень-очень здорово. И в какой-то степени мой муж сейчас сам зависит от меня, он все вечно интересуется, что я делаю, ему нужно посмотреть, ему нужно, я говорю, сядь, возьми книгу, почитай, ты должен наслаждаться чтением самим собой. Я вот это учу его, да, вот действительно к этому нужно было прийти. Есть, конечно, люди по жизни, волки-одиночки. Я люблю с кем-то чуть-чуть пообщаться, рассказать. Вот как сейчас у нас в санатории, мы три раза у нас питание, мы вместе садимся со стол с людьми, с которыми мы обедаем, да, здесь закреплены столики на 4 человека, у вас есть свое приватное место личное, за которым вы постоянно сидите на завтраке, на обеде и на ужине, и мы вот встречаемся на обеде, мы обсуждаем, кто какие процедуры проходит, у кого как прошел день, у кого как в странах, со мной за столиком сидит 3 человека из России, вот, и не хватает такого общения, я могу согласиться с кем-то пройти здесь по территории, пообщаться, посмотреть, посозерцать природу, но пойдет 15 минут и скажет спасибо, я отделяюсь. Я пойду, я буду одна ходить, потому что я обожаю природу, у меня свои мысли в голове, вот это свое какое-то счастье в голове. Я научилась получать кайф от этой жизни. Вот серьезно, придите к этому, я вам всем желаю прийти к вот этой гармонии внутренней.
прийти к такой осознанной любви к себе, к восприятию своего тела, что вы прекрасны, да, к восприятию своего лица, внутренности, вообще внутреннего содержимого. Вы должны себя почувствовать богиней, вы должны почувствовать себя полной гармонией, вы должны знать, что вы прекрасное создание Божье, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь тем, что вам дает Господь каждый день, получайте удовольствие и, самое главное, не зависите от ни от кого абсолютно. Получайте кайф от себя. Чтобы к этому прийти, я уже сказала, понадобилось много лет, понадобилось для того, чтобы я раскрылась как личность, для того, чтобы я полюбила себя, для того, чтобы мне стало интересно самой собой, да. К этому, ко всему нужно прийти. Вот постаралась сегодня ответить на ваш вопрос, надеюсь, вам было интересно. Если еще какие-то у вас будут возникать вопросы, то, пожалуйста, пишите мне в комментариях под этим видео. Обнимаю вас, целую и буду дальше продолжать отдыхать.